хочу тут на бижутерии подольше остановиться, сделать просто отдельное видео, потому что, ну, я эту тему люблю. Я думаю, что многие эту тему любят, так что я думаю, что лучше целое видео посвятить ей. Посмотреть, тут есть что. Здесь мне нравится больше всего это Джуси Кутюр бижутерия и Дженнифер Лопес. Ну, еще там есть тоже интересные такие. Опять же, тем, кто носит только золото, это, конечно, не подойдет и не понравится ни под каким соусом. А вот любителям бижутерии, да. Видите, вот такие вот чармики. Браслетик купил, и чармики можно докупать к нему. Вот к этому, да? У меня такой когда-то был старый такой, вот из ранних Джуси Кутюров. Они отличаются несколько. Эти более легкие. Но они сделаны из другого уже металла, по-другому сделаны. У меня был такой винтажный Джуси. Они почему-то такие ценные считаются. Такие цены на них огромные. Почем тут это все? 26. Интересно, есть скидка? Да, есть. Скидка 50%. Вот такие вот белые. Это 30, то есть оно 15 сейчас. Вот серьги такие забавные. Какой-то покрытый такой вот эмалью. Интересный. А почему я так и не посмотрела? 18, то есть 9. Наверное, эти тоже 18. И после скидки 9 будут. А вот такие вот мне нравятся Джуси. Симпатяги. Интересно, все-таки посмотрю для вас. Сколько? 14. И вообще по 7 будут. Вот эти, ой, какие классные. Корона с сердцем. Красиво. Тоже 7 будет. Прелесть. И тоже вот эти, наверное, все по 7. А вот какие вот эти вот симпатичные. Эти вот сердечки, наверное, 9. Симпатичные кулончики. Вот 34 по 17 получается. Но это набор вот такой вот. Белые с желтыми. Нормально столько. 3 получается, да? Вот интересный такой вот белый. Корона белая такая. Сколько здесь? 15 получается. Вот что-то. Ключ, корона. И вот этот отдельно. Это 34. Делим пополам. И вот этот вот. Это тоже, наверное, 34. Не буду уже лезть туда. Кто-то, я смотрю, разновидности колец. Вот такие кольца. Джуси Кутюр. 18, то есть $9. Я понимаю, что все они по $9. На этих даже говорится, что это Джуси Кутюр. Сердечками такие. Идемся тут с Дженнифер Лопес. Значит, от всего отнимаем 25%. Здесь такая не самая большая скидка. Значит, это первоначально $20, ну, то есть минус 25%. Вот такое вот аналогичное в бриллиантах. Тоже 24. Отнимаем 25%. И вот растягивающиеся на резинке.
тут такие вот серьги бриллиантовые. Прямо в руку упало. 22 доллара минус 25%. Ну, все примерно так, в таком вот размере, в такой цене. Браслет 24 доллара. Минус 25. Скидка. И тут колье. Белый металл. Это мы все еще Дженнифер Лопес. А сколько же колье? Надо же посмотреть. Так, колье 32. Минус 25%. Такое вот колье. Так, вот серьги. Ну, это вот ее стиль такой вот. Любит она такие вот длинные. Мне тоже нравится. Многие уже показывали серьги на себе в Ютубе от Дженнифер Лопес. $24 минус 25%. Ну, все так вот. По такой цене примерно. Вот что-то такое вот необычное. Тут красивая бижутерия. Она позолоченная и посеребряная. И это настоящие кристаллы. Вот действительно есть на что посмотреть. Ну, я не знаю, насколько камера все это передаст, но и не дешевая. Знаете, 75. Сейчас у них тут 25% скидка. Вот такой вот интересный браслет с кристаллами разноцветными. Да, покрыты серебром. Такие вот интересные какие-то кольца, видите, с кристаллами. Красиво. Мне вот такое вот понравилось. $75. Ну, минус 25%. Вот такое интересное. Все, что желтое, это покрыто золотом. Позолоченное. Все, что белое здесь, это покрыто серебром. Вот такие вот сережечки. Везде отнимайте 25%. То есть, видите, 75% всего отнимаем. А вот интересно, как и внутри сделаны. И внутри камешками покрыты, и снаружи. Сейчас быстренько вот это сниму. Это в серебре. Наверное, это все-таки кристаллики. Но пока никого тут нету. Никто ко мне не подбежал. Немножечко поснимаю. Очень интересные такие всякие птички, лошадки. Сердечки, все такое красивое. Все, наверное, я вот прошлась по самому такому интересному, я думаю, на мой взгляд. Вот, ну, тут, конечно, можно целый день снимать. Ну, все, девочки, для этого видео, наверное, все пока. Что у нас там следующее по плану?